Ребята, всем привет! Сегодня бы мы хотели вам порекомендовать канал Миланы Королевой. Это девушка, которая является успешной телеведущей и блогером. С недавних пор она стала мамой второй раз. У нее на канале можно найти тренировки для поддержания хорошей фигуры, советы по питанию, видео о красоте, вкусные рецепты блюд и интервью с известными модными дизайнерами. Подписывайтесь и всегда будьте в курсе модных тенденций. Ссылка в описании. Ребята, всем привет! Сегодня мы снимаем... Чё там у тебя в руках челлендж? Что у тебя в руках челлендж? Наша задача отгадать, что нам соперник, напарник дает в ручки и сказать это вслух, это своим язычком. Вот. В этот раз у тебя целых 10 пальцев для того, чтобы понять, что это и сказать об этом. Вот, еще хотели бы анонсировать то, что совсем скоро будет прямая трансляция, на которой мы будем раздавать сигны, отвечать на вопросы, и все это просто вот так вот от чистой души. Произойдет она тогда, когда будет на втором канале 100 тысяч подписчиков, и будет проходить она на втором канале. Мы обязательно анонсируем более точное время, дату. Ну и просто кто хочет с нами пообщаться, то подписывайтесь. Да. А так-то вообще, в принципе, мы постоянно, частенько выходим в онлайн на нашем третьем Паша Настя Гейминг канале и частенько просто сидим, общаемся с вами. Кто у нас первый? Буцифа. Фига ты меня перевязываешь. Конечно, ты сам подглядываешь, фиг тебе. Да, я что подглядываю. Солдатушки, прорепетушки. Это ананасик, который я тебе подарил в честь нашей любви вместо колечка. Это стиральная резинка? Я подарил его Настюшке, когда признался ей в любви, но сказал, что мне на кольцо денег не хватает, поэтому я тебе дарю ананасик. Ты эту резинку, в общем, подарил мне? Да, как я отгадал, потому что я тоже его хотел тебе взять и дать. Мне страшно, что ты мне дашь. На. Которая ты много. Сейчас ты мне ничего не отгадаешь. Почему-то мне кажется, что это очень легкий челлендж и... Ну, посмотрим. Если честно, когда у тебя 5 пальцев, тяжело не отгадать. Давай просто надо задеть и понять. Давай отрубим пару пальцев. Что-то, блин, мерзкое такое. Я, знаешь, я вот даже, мне кажется, сейчас... Подожди, я покажу еще. Дотрагиваться не надо. Я уже понимаю, что это. Что это? Это огурец. Какого фига? Ты что, видишь, что ли? Нет, я не вижу. Мне страшно. Выше руки. Прекрасное создание какое-то. Ну как прекрасное? Хорошенькое. Хорошенькое, только тупое. Блин, что это такое? Коза какая-нибудь? Ну ты очень рядом. Корова? Очень рядом. Что? Свинья? Ну, почти тоже. Обезьяна? Нет. Это животное? Ну, так да. Собачка? Нет. Зайка? Да какая зайка, Настя? Я вообще такую не видела у нас дома. Овца? Давай. Повыше. Вообще легко будет, да? Да. Ну, так повыше. Давай. Нафиг ты мне мясо кусок даешь? Блин! Как так? Это было самое сложное. Причем это было куриное филе. Ты что, подглядываешь? Мягкая игрушка. Правильно. Собачка. Правильно. Я же говорю, это очень простой челлендж. Я у тебя отгадаю все, а ты у меня одно не отгадал и проиграл уже автоматом. Давай быстрее. Фу, блин. Ты мне там слюни свои, что ли, или сопли бьешь? Это мразь какая-то. Как мне определить вот эту мразь? Не знаю. Крем, может, вообще вот руки так сделать и все. Что я так делаю? Что так пишешь? Это мне страшно. О, это все крыса какая-то. Руку. Опять какое-то говно. Да что с тобой вообще не так-то, а? Это металлическое что-то? Я вообще не понимаю, что это.
Это металлический прямоугольник. Да. Нет. Что нет-то? Вот как ты меня с этой овцой. Так же я тебя сейчас буду. Примерно хотя бы. Скажи, что это. Металлический прямоугольник, да. Ты то же самое говорил, что статуэтка. Ну это металлический прямоугольник. Ну да, надо только дальше. Что? Нет. Да. Так это что такое-то? Смотри. Прямоугольную форму, понимаешь? Нет, конечно. Вот прямоугольная металлическая форма. Да. Да. Ну что это? Для чего это нужно-то вообще? Приспособление-то какое? Она гнется. Ты не гни мне тут. Так, значит, это что-то важное для тебя. Что это такое? Это магнит. И нахера он нужен? Чтоб ты не отгадал. Фу. Фу. Так, это этот замок. Да? Нет. В смысле нет, это замок? Да не замокность. Вот он замок. Это не замок. А что это? Только отгадай. Это замок, Паша. Я же ничего тупая, что ли?